Ребят, только что мы проходили и нашли Салаш. Салаш в поликлинику. My baby sleeps through the day. Nothing can make her wake up. Boof, baby, ay, ay, allo. Now let me show you that this is a freak show. Sing you a song, sing you the words of freedom. Boof, baby, boof, baby, ay, ay, allo. Ay, 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 boof, boof. Why, why, why? То, что криптовалюта просела на 15%. Это очень плохо для тех, кто собирается ее продавать, но это очень выгодно для тех, кто собирается ее сейчас купить. Но инвестиционная компания Avalon анализирует и прогнозирует скачки курса. Тот же самый биток, как и вся криптовалюта, ее всегда покупают на спаде, а продают на пике. Именно Avalon все так и делает. Биткоин и другие криптовалюты — это все по их части. Тебе не нужно в ничем разбираться, просто переходи по ссылке в описании, регистрируйся, пополняй свой депозит от 100 рублей и получай ежедневную прибыль от 1,3% за сутки. У Avalon, который в этой теме более 5 лет, есть сертификат, также контакты, по которым ты можешь с ними связаться, и очень положительные отзывы за все это время. Также у них есть офис в центре Москвы. Это площадка для тех, кто хочет создавать стабильный пассивный доход. Avalon берет все риски на себя. Также при переходе по моей ссылке ты получаешь хороший бонус. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и получай ежедневный пассивный доход. Итак, ребят, только что мы проходили и нашли залаз. Залаз в поликлинику, чтобы вы знали. Я надеюсь, тут никого нету. Очкова. Крей, мы залезли в поликлинику, представляете? Пизда, нахуй. Так, мы будем аккуратными, не будем ничего ломать. Смотри, хемокапельница. Я не буду показывать геолокацию этой поликлиники. Воду отключили. Да, вот. И не буду показывать геолокацию этой поликлиники, потому что это могут сделать вандалы. Пускай будет для них это загадкой. Мы пока пойдем полазим, посмотрим, что тут интересного. Тут это капец, круто. Капец, поликлиника до сих пор. Смотри. Зубы. Вон зубы. Сканер. Вот. Да, вот это подними снимок. Подними его. Это не зуб, долбоёб. Это зубы. Нет. Снимок. Рентген. Кому-то зубы ставили. Не твоя челюха? Яман. А, колонки ставили кому-то. Ну, я и говорю. Во, смотри, тут зубы, прикинь. Вась. Зубы. Очкова. Пиздос, нахуй. Там что? Там челюсти. Смотри, челюсти. Макеты челюстей. Возьми один из них. Возьми один из них. Да. Ебать. Покажи на камеру. Это пластилин для челюсти, да? Это этот. Основа. Чтобы прижимать челюсть туда. Нет, это, короче, лепка. Я и говорю. О. А, вот форма сама.
Торчик какой-то. Короче, ребята, вот вам предыстория. Точнее, не предыстория, а если ты хочешь, если ты хочешь, чтобы мы провели тут ночь, поставь тут 1000 лайков, и я вернусь тут и проведу тут ночь. Сборка макроты. Очковый закрыт. Это очень страшно по таким местам ходить. Потому что тут можно все что угодно. Мне тут холодно. Капец страшно. Короче, ребят. Посвети фонарик, ничего не видно. Ключ стоял с той стороны, Крейн взял. Сюда вот так тыкнул, тык, он упал сюда на листочек, он его просунул сюда и вытащил. Вы прикиньте, он вот это лицо, где, сука, взломщик. Пробуем открыть. А где ручка? Аж до сих пор запах остался. Смотри сюда. Ты только посмотри на это. Вася, сейчас. А тут ничего не осталось уже, прикинь. О, зубы, смотри. Поднимем там? Вон. Смотри. Вон, возьми. Ебать, по порядку. Что там написано? Это типа этого. Одно, как лечение зубов. А это что такое? Комната мучений, что ли? Дверь с той стороны закрыта, да? А сейчас будет жесть. Сейчас мы идем туда, где стоит сам стоматологический стул. Аккуратненько. Если что, у нас этот... Здесь дверь прижить еще. Да? К окнам не будем подходить, потому что там дорога. Смотрите, ребята, вы только посмотрите на это. Это рентгенщик. Зубы. Кто себя нашел? Кто такой? Азамат Айхан. Чеки? Да. 5000. Ребят, это жесть просто. Я давно такого не видел, такой заброшки. Нифига себе. Крэй, садись, я тебе лечить буду. Ебать. Машинка. Мы не вандалы, поэтому все вот эти приборы остаются на своих местах, потому что заброшки должны быть сохраненные, чтобы была гармония какая-то, эстетика. Блин, тут все хорошо. Давай вот это убери. Сейчас я посажу и буду на то издеваться. А где ремень? Делать. Какой нахуй наркоз сейчас тебя в нос пернул?
Надеюсь, нас никто не спалит. Там что-то машина странно стоит. Что? Странно, машина стоит. Целая пачка литокаина. Что это такое? Короче, это этот... Погромче говори, никто не услышит. Это, короче, этот, типа, обезболивающее. Нифига себе. Целая пачка. Перчатки еще новые стоят. Септанес с адреналином. Че это такое? Короче, это этот, чтобы боли не было, тебе адреналин какой-то. И обезболивающее. Валидол. А валидол чего я сам валидол? Да. Это от сердца. Нихуя себе. Это тут пиздец, что, испытания что ли проводили? Это для сердца. Вот это что за хуйня? Глюкоза, нихуя себе. Я просто в шоке. Садись. Сейчас над тобой издеваться буду. Люди идут. Оно же еще крутится. Итак, встречаем нового клиента. Клиент сюда пришел для того, чтобы ему просто выдернули все зубы. Так как ему не нравится, что у него зубы есть, а ему нужно сосать. А чтобы сосать, зубы не нужны, короче. Они там кусаются, еще что-то делают. Поэтому пришел к нам пациент. Его зовут Крейн. Поаплодируй. Давай, Саша, садись. Это что за меня? Садись, да, это вода. Присаживайтесь сюда. Прямо спина. Не надо. Сейчас мы тебя входим. Бля, если честно, первый раз. Сейчас сделаем все идеально. Подкись. Подкись. Я бы тут спал, блядь. Теперь вы это увидите. Открывай рот, скажи. Иди, рот открывай. Иди, блядь, открывай рот, говорю. Скажи, а. Да, блядь, хуйня. Проститутка, брать в рот, говорит, а. Иди, блядь, отсюда, захвачивай. Ты сломал. Это ты сломал. Дай сюда. Дай я поставлю его. Что за хуйня? Все, починю. Открой рот. Мат, смотри, все, давай съемка оттуда. Теперь я буду в роли пациента, а ты будешь в роли анального инструктора. Теперь я провожу опрос. Ставьте лайк, кто боится стоматолога. Ставьте дизлайк, кто не боится стоматолога. И ставьте дизлайк, кто еще ни разу не был стоматологом. Я ни разу не был. Это мой первый раз. Прикиньте, вот какие-то штучки. Это вода подается. А ее отключили, видишь, вода? Да, а сюда сплевывают. Вот так берут. Щищис. Тут какие-то приборчики, вот. Это кариес, короче. А, это вода, промывка. Ебало, это что такое? Это продувка, это просерка, а это всасывает, походу. Я не знаю, что это. Остальные, короче, я тоже не знаю, что это такое. Кто стоматолог, то должен знать. Вот тут какой-то прибор стоит. Капельница. А, там половина отключена, короче. Ну, для меня это прикольно вообще. Я первый раз так сижу, а вот этот свет вот так. Ебало светится. Давай.